Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Гнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Адкрыццё новых вытворчасцяў і паляпшэнне эканамічнага стану праблемных прадпрыемстваў. Гэтае пытанне сёння абмяркоўвалі ў Рагачове. У зімку будзем з айчыннай садавіной. Аб'ём закладкі ў стабілізацыйныя фонды сёлета павялічаць. Лепшыя знаўцы правілаў дарожнага руху. Клубы ЮІД распачалі падрыхтоўку да спаборніцтваў. Вінаградны сезон. У Гомелі ў дзень горада адбудзецца фестываль вінаграду. Надвор'е на выхадных парадуе. Чакаецца да 23 градусаў цяпла і без ападкаў. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Адкрыццё новых вытворчасцяў і паляпшэнне эканамічнага стану праблемных прадпрыемстваў. Гэтае пытанне сёння абмяркоўвалі ў Рагачове, куды прыехалі ўдзельнікі рэспубліканскай інфармацыйна-прапагандысцкай групы на чале са старшынёй Белтэлерадыёкампаніі Геннадзем Давыцькам. Каб рагачоўскі раён паспяхова развіваўся, трэба ствараць тут новыя вытворчасці. Зразумела, людзі больш сталага ўзросту наўрад ці пакінуць родныя мясціны. А вось лёгкая на пад'ём моладзь адпраўляецца на пошук лепшага жыцця ў раёны. Заклікаць усіх непрацаўладкаваных адкрываць уласную справу немагчыма. Выйсце – стварэнне новых вытворчасцяў. Але для гэтага патрэбны інвестары. У гэтым пытанні кіраўніцтва раёна спадзяецца на дапамогу СЭС «Гомель-Ратон». Яшчэ адзін накірунак – паляпшэнне эканамічнага стану гандлёвага прадпрыемства «Альтаір». У апошнія гады яно працуе са стратамі, не хапае абаротных сродкаў. Каб выправіць сітуацыю, было прынята рашэнне частку аб'ектаў прадаць за аукцыёна не некалькі перадаць у аренду, але з захаваннем іх профілю і рабочых месцаў. Разработан план мероприятий, скажем так, і графік выхода на безубыточную работу, мы рассматриваем это по декабрю месяцу, то есть на 1 января следующего года. Сегодня базовым предприятием, которое останется «Альтаира», это будет 6 магазинов, которые будут торговать только продовольственной группой товаров, и останется вся сеть общественного питания. Все остальные объекты, 4 объекта будут реализованы на аукционах с целью получения денежных средств свободных для пополнения оборотных средств. Остальные объекты будут временно сданы в аренду до того момента, когда мы начнем возрождение. Геннадзь Давыцька сустрэўся с коллективом прадпрыемства «Альтаір», а затем отказал на пытанні идеологичного актыву и громадских организаций района. Подробности глядите завтра у выпуску новинок на «Беларусь-4». Працягваем выпуск. Прадпрыемствы Гомельскай вобласці прымуць удзел у міжнародным кірмашы заходняга Кітая. Ён пройдзе ў горадзе Чэнду з 15 па 18 верасня. Наш рэгіён прадставіць калектыўную экспазіцыю, у якую увойдуць кандытарскія вырабы, мясная і малочная прадукцыя, а таксама стэнд пра паслугі турыстычных арганізацый. У зімку будзем з айчыннай садавіной. Аб'ём, які плануецца закласці ў сховішчы Гомельскай вобласці на міжсезонны перыяд, складзе больш як 1000 тонн і будзе на 11% больш, чым у мінулым годзе. Што да гародніны, плануецца закласці на захоўванне ў зімовы перыяд больш як 8000 тонн бульбы, 4500 тонн капусты і звыш 2000 тонн морквы. Стабілізацыйныя фонды харчовых тавараў ствараюцца для таго, каб забяспечыць бесперабойнае паступленне тавараў у гандлёвую сетку, школы, больницы, социальные установы с листопада по май. Яны будут сформированы за кошт мясцовых вытворцаў. Запасы плодоогароднінай продукции на осенне-зимовый период будут заховываться больше, чем у 50 специально обсталяваных сховищах. Завтра, 9 верасня, мясцовыя ўлады правядуць чарговыя прамыя тэлефонныя лініі. На пытанні жыхароў Гомельскай вобласці адкажа кіраўнік спраў гомельскага аблвыканкама Алена Ўладзіміраўна Клічкоўская. Звярнуцца да яе можна з 9 до 12 гадзін па нумары тэлефона ў Гомелі 33 12 37. А ў гомельскім гарвыканкаме прамую лінію правядзе першы намеснік старшыні гарвыканкама Александр Іванавіч Сівакоў. Нумар тэлефона 33 09 59. Працягваем выпуск. На Гомельшчыне працягваецца будаўніцтва двух новых дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. Іх адкрыццё запланавана ў Лоеўскім і Рагачоўскім раёнах. Між тым, зараз у вобласці працуюць ужо 43 такія установы, у якіх знаходзяцца каля 300 выхаванцаў. Алег Сенцероў пацікавіўся жыццём сям'і з Нароўлі, якая зараз выхоўвае 10 дзяцей.
Нараўлянский дитячий дом семейного типа открыли у студені 2016 года. Тогда тут было 6 неполнолетних, зараз 10. Каб стать батьками-выхователями, Галине и Владимиру Немаховым пришлось перемогчи у конкурсе и пройти курс специальной подрыхтовки. Каб выховывать одразу столько детей с разными характерами, потребны не только великое терпение, а и выдатные педагогичные здольности. Причем самый складанный этап – адаптация новых членов семьи. Попадать в чужую, скажем, обстановку, чужую среду, и им очень тяжело, нам тоже тяжело, понимаете, надо ребенка прочувствовать, увидеть, понять. Мы стараемся под него подстраиваться, но так получается, что мы все находим общий язык с этими детьми. Трое спешных выхованцев Наравлянского дома семейного типа сегодня уже учатся у других городах. Некто планует быть будовником, некто цирульником. Працовным выхованием в установе занимаются постоянно, начиная с догляду за властной господаркой. Хоть у вогли кем станут дети не самое главное, задача выховать людей, которые принесут громадству користь. Чотирьохгодовий Ваня покорение космосу не марить. Его планы больше практичные – попросить у батьки трактор, как косить траву. Одразу бачно, что расте соправданный господар на своей земле. У день приезда журналистов у Нарулянском дитячем доме семейного типа было свято. Алине Крупа исполнилось 9 годов. С этой нагоды набыли торт со свечками и зарабили чай. Тут обовязково разом означают все дни народжения. Это объединяет семью. При том, что ситуация в дитячем доме у Вогули находится на постоянном контроле у местовом отделе эдукации. Его специалисты подтверждают, установа достаточно эффективная. У тымнику, дякуючи яе работе, за 3 апошние годы из Наравлянского района у интернаты не накировали ни одного дитяти. Посещаем детский дом семейного типа не реже одного раза в 2 недели. И каждый день практически мы созваниваемся с родителями-воспитателями, держим связь по телефону. Смотровые комиссии посещают детский дом семейного типа, смотрят пожарную безопасность, электробезопасность, как бы состояние придомовой территории. Мы тоже на это обращаем внимание. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Знарулі. Навученцы школ региона у гэтым навучальным годзе могут ездить на грамадском транспорте бесплатно. Документ с рашэннем Гомельского областного совета депутатов опубликованы на национальном правовом интернет-портале. Право на бесплатный проезд мают навученцы установ агульной сярэдняй и специальной адукации, размещенных на территории Гомельской области на автомобильном и городском электричном транспорте. При сабе школьникам необходимо иметь специальную даведку об тым, что яны з'являюцца навученцами. Яны ведают про безопасность дорожного руху усе и у теоретичных питаниях дадут фору досвідченим водителям. А до практичного керования им треба еще постолеть. Отрады юных инспекторов дорожного руху існуют у нашей краине больше, как 4 десятки годов. В нашем регионе гэты рух объединяет больше, как 4,5 тысячи школьников. С початком нового навучального года юные инспекторы приступили до подрыхтовки до будущих споборництва. Репетиции агитационных номеров, выучение правил дорожного руху и тестов. Гэта толькі частка мероприемства, што чакаюць школьнікаў. Разам з юнымі інспекторами на першых репетыцыях побывала наш корреспондент Наталья Каприленко. Мы юрі. Ось с таким запалом вучні 10 класса рыхтують нумары для районного конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Можно сказать, раскрыта сакрытная информация, перапрацаваная вядомая рок-композиция, визитка для городского взлету. А конкуренция помеж клубами юных инспекторов серьезная. Увогуле придумывать агитационные нумары и перапрацовывать музыку гурту – один из любимых занятков, кажуть юные инспекторы клуба «Скрижаванне». 5 годов тому хлопцы и девчаты захопились школьным инспекторским рухом. Зараз это не просто гурток по интересах, а неотъемная частка их життя. Мне здесь нравится полностью все. Ребята отличные, велосипеды, правила дорожного движения и медицина. На сцене мы показываем, поем, танцуем. Это нам действительно очень нравится. Мы занимаем призовые места, поэтому тоже осваиваем велосипед, медицину. В команде все поддерживают друг друга. Вот такие понтанные справы подлетки, еще и головная надея и подтримка у работе с молодшими школьниками, кажут супрацовники отделения по агитации и пропаганде областной ДАИ. Хлопцы и девчаты помогают проводить уроки дорожной безопасности для учеников початковых классов. По программе «Роуны навучая роуного» школьники с агитационными тематиками наведывают и дитячие садки. Учени среднего звена так само активно включены в работу клубов юных инспекторов. У худким часе они будут сдавать экзамены по керованию велосипедом и тесты
дітей по правилах дорожного руху. У Вогуле, отзначают наставники, корысть клуба ЮІТ для позакласної работы со школьниками тяжко переоценить. Очень важно в настоящее время это занятость их в свободное время, свободное от учебы время. Это позволяет их направить в нужное полезное русло и отвлечь от негативных явлений, которые есть в нашем мире. Стать юным инспектором дорожного руху может каждый школьник во возрасте от 6 до 17 годов. Клубы ЮІТ открыты у каждой школе региона. Это 437 гуртков. Рух юных охотников правопорядку на дорогах охопливает больше, как 4500 школьников. Действительно, это наша надежда и опора. Учитывая то, что они уже не первый год, скажем так, у нас в отрядах ЮІТ, то самым маленьким малышам, которые только приходят в школу, либо где-то мы проводим различные всевозможные акции, мы, конечно же, всегда привлекаем юных инспекторов дорожного движения. Где-то те же самые фликеры у нас постоянно проводятся такие акции. Они объясняют, рассказывают, показывают на своем примере, доказывают то, что это модно, это нужно, это действительно важно для ребят. Наталья Каприленко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Совместную доброчинную акцию «Молодь першокласснікам» провели сегодня Гомельское областное объединение профсоюзов и областная организация «Белой Руси». До инициативы так само долучился фитнес-центр, який предоставил спортивную пляцовку. Гэтыя дети только несколько дней тому першиню переступили порог школы. Напереде у них великое подорожье у свет ведов. И на этом шляху важно быть здоровым. Мета доброчинной акции – долучить першокласснікаў до спорту. На протягу годины для их проходила гульнявая и спортивная программа. Дети выконывали практикование и танцевали, а галовное отримали зарад бадьорости и позитивный настрой. До речи, еще одно мероприемство, закликанное на долучение школьников до здорового ладу життя, ладится до Дня города. К Дню города будет организован футбольный марафон, куда будут уже приглашены дети различных категорий, и где будут футбольные команды, будут участвовать на футбольной площадке 8-й школы средней, и будут играть в футбол, будут проводить с пользой время, и в рамках Дня города тоже и получат сертификат единой недели массового футбола и участника, так сказать, такого массового мероприятия, как футбольный марафон. Адрадим рушник разом. Презентация проекта под такой назвой сегодня прошла у областной библиотеки имя Ленина. Его автор – жихар Будакашалевского района Виталь Карпинский. На протягу нескольких годов майстер занимается адраджением традиций народного ткацтва. Отповедный проект реализуется на территории Будакашалевского района по программе развития ААН. У Гомеле народный майстер продемонстрировал азы ручной працы, рассказал про техники створения узора, традиции, уластивые именовито нашей области. И он створил основу рушника, які гамельчане будут ткать совместно. Долучиться до справы зможе каждый наведвальник библиотеки. Выники коллективной творчести подведут простый день подчас библионочи. Такая энергетическая креативная работа, которая остается просто для памяти, для объединения людей. Ну, добро. То есть рушник на добро. У юбилейное свято Дня города у Гомеля першиню пройде фестиваль винограду. Ён разгорнется у скверы имя Громыки. Инициатором проведения этого нового для региона мероприемства выступил клуб «Виноград Гомельщины», які дзейнічае при городском центре культуры. Его удельники – каля 30 профессийных и починаючих виноградаров. Тут можно будет убачить разностайность гатунков и гибридных формов, поспробовать винограды, принять удел у вызначенні лепших виноградаров Гомельской области. Первые три номинации за лучшую гроздь, за лучший вкус и за лучшее оформление победители будут награждаться кубками, которые мы приготовили. А в часть номинантов, мы номинации эти пока не будем озвучивать, это будет небольшой секрет и сюрприз. Достаточно много номинаций, и я думаю, что все участники выставки каким-то образом будут отмечены организаторами выставки и клубом в целом. Між тим активно рыхтуются до этого инновационного для Гомельщины фестивалю не только сами виноградары. Подтримливать святочный настрой жихаров и гостей города подчас проведения мероприемства будут и творчие коллективы. Нагадаю,
Нагадаем, фестиваль винограду у Гомелі отбудется 16 вересня у рамках святкования Дня города у скверы имя Громыки. А Новобелица уже завтра, 9 вересня, значит 240-годовый юбилей. Распочнутся гуляния с театрализованного парада шестя по улице Ильича. Основной святочной пляцовкой станет зона отпочинку пруды. Там отбудется великий концерт с уделом мясцовых творчих коллективов и артистов из Украины. Так само на сцене выступит белорусская спевачка Ольга Плотникова. Завершить программу о 22-й године святочный салют. И у завершения выпуску коротко об надворье на выходные. Осень возьмет паузу, вертается маль летнее тепло. У субботу 9 вересня умовы надворья у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру в ночи складе 11-13 градусов выше за нуль, у день от плюс 17 до плюс 20. У неделю 10 вересня будет еще теплее. Чекается до 16 градусов выше за нуль у ночи, у день 21-23 градусы. Наступный тыдень почнется с доброго ясного надворья. Гэты, а так само іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорта вас познакомит мой коллега Михаил Садовский.